Привет, читатели iPhones.ru. Позавидовав успеху Мистер Билл, разработчики из Armor Games решили сделать свою игру на основе позаимствованной идеи. Получилась Catapult Madness, садистская игра, в которой вам нужно запускать ни в чем не повинных людей далеко-далеко. А точнее, чтобы пройти игру, вам нужно запустить человечка на 50 тысяч шагов. Выполнена игра довольно приятно. Чтобы произвести запуск, необходимо задать силу и угол броска катапульта. Чем точнее выберете, тем дальше запустите. Для продления полета нашего самаритянина можно закупиться бобами. Его кишечные газы будут вылетать, как из реактивного двигателя. Дельтапланом. Магией, чтобы улететь совсем уж в космос. Или бомбочками. Еще на нашем пути будут попадаться разнообразные предметы и живые существа, задающие ускорение. От орков до бомбочек на воздушных шариках. В целом, играть интересно, но однообразно. Довольно быстро игра может наскучить. Однако, сейчас приобрести Catapult Madness можно бесплатно, что делает ее неплохим продуктом для ознакомления. Я вам крайне советую попробовать.